приобретал в таких вот контейнерах, они не были промаркированы, то есть непонятно, что за производитель, вроде как позиционировали как алтайский мед. После первого приема почувствовал отравление, резко поднялась температура. Врачи подозревали пневмонию, но оказалось отравление. Отведав всего ложечку якобы целительного продукта, на больничную койку слегла и супруга Дмитрия. И как показала проверка Россельхознадзора, эта семейная пара, возможно, не единственные пострадавшие. Из 30 проб у нас 6 дали положительный результат на метронидазол, нитрофураны и антибиотики тетрациклиновой группы. А метаболиты нитрофуранов, они обладают вплоть даже канцерогенными свойствами. Как пояснили в ведомстве, нерадивые продавцы могут подмешивать в мед антибиотики для того, чтобы сохранить товарный вид и избежать сбраживания продукта. Но самое страшное, что от покупки такой опасной баночки не застрахован никто. Необходимо потребовать документ, это ветеринар сопроводит документ, который подтверждает как бы благополучие места выхода продукции, ну и подтверждает безопасность продукта. Свидетельство производитель должен получать на каждую партию продукта и предъявлять бумагу по первому требованию покупателя. Но, как оказалось на деле, это лишь правило, которым некоторые продавцы пренебрегают. А можете показать справку? Она, по-моему, ветеринарная. Ветеринарная. Вот не взял сегодня, а вообще-то есть. Но знаете, здесь самое лучшее, конечно, это наша совесть. Здесь только и остается, что поверить продавцу на слово. Но вот в случае отравления спросить будет не с кого. Точка не стационарная, да и на банке ни одного адреса, куда можно обратиться с претензиями. Единственный выход – это покупать либо у проверенных пасечников, либо в крупных компаниях, которые известны по всей стране. Мы на всех этапах своего производства отслеживаем качество и за свою продукцию, конечно, отвечаем. Начиная со входного контроля, мы ведем контроль качества. И на самом заводе, который у нас построен немецкими инженерами, этот завод работает по системе ХАСП, которая европейского плана. Это система обеспечения безопасности пищевой продукции. Раиль Хисматуллин не просто руководитель предприятия, он еще эксперт международной комиссии по меду Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций. Но даже ему, говорит, не под силу выявить опасный мед без лабораторных исследований. Так что, купив лакомство у непроверенных продавцов, понять, что в банке была отрава, вы, к сожалению, рискуете уже на больничной койке. Ксения Алексеева, Ярослав Алакин, «Час пик».